очень важным в этой партии было показать актрису и певицу. Там, где она читает монолог. Я очень долго делала этот монолог. Мне казалось, что он должен быть очень настоящим. Замечательные коллеги и маэстро Кнап, оркестр изумительный. Я очень счастлива. Для меня это мировой дебют, новая партия, новая роль. Я знаю, что Адриана, она уже здесь внутри, и с большой любовью я с удовольствием буду петь для петербургского зрителя. И я очень надеюсь, что я прозвучу в нем. Приходите.